Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у меня, наверное, худшее настроение из всех вот видео, которые я снимала. Вот такого отвратительного настроения. В общем, такого отвратительного настроения у меня давненько не было. А все почему? Я была в налоговой. И с каждым днем налоги увеличиваются. Выходят какие-то новые законы. А еще плюс там очередь была 65 человек. Я там сидела 3 часа. Поэтому это видео вышло настолько поздно. Я была голодная. Плюс я знала, что если я куда-то пойду, может быть такое, что я прозеваю свою очередь. Поэтому боялась вообще куда-то идти. Хотя там рядом есть метропарк. Столько народу. Как вкусно. Вчера еще одна плохая новость. Господи. Я удалила видео, которое только засняла. Так получилось, что я снимала влог, и на карте памяти не было места. Я решила удалить старые файлы. И так получилось, что я удалила тот файл, который не скинула на компьютер. И видео получилось наполовину. То есть половина видео нету просто. Я решила его даже не выкладывать. Я очень сильно вчера вечером расстроилась. Но уже было слишком поздно. Уже файл был удален. А сегодня еще в налоговой. Почему так скажу, ребята? Прежде чем заниматься блогингом. И вот вы думаете, что блогеры так много зарабатывают. Вы даже не знаете, сколько геморроя, сколько всякой возни, сколько документов. И с каждым днем все больше и больше налогов. Ты просто уже думаешь, что вообще заниматься этим родом деятельности вообще невыгодно. Можно просто не монетизировать свои ролики, просто чтобы в роликах не было рекламы. Приготовила чаечек. Я знала, что после налоговой у меня не будет настроения, поэтому решила взять что-то сладенькое. По дороге зашла, купила вот такой вот малепусенький тортик. Очень-очень вкусный, такой нежный, воздушный. Очень не в тему, но я еще взяла мороженое. Кто зимой кушает мороженое? Я. Банан. Одно только радует. Когда я пришла домой, я увидела, что наконец-то приехала моя мамочка. Это меня, конечно, безумно обрадовало. Посидели с мамой, немножко поболтали, я пошла снимать видео. Так как просто не успеваю, уже 5:30, пока я это смонтирую, пока я кину. Будет очень поздно, хотя сегодня вы уже видели мой влог. Иногда я думаю, все-таки влоги нужно снимать. Даже если они набирают немного просмотров, все равно вы видите мою жизнь по ту сторону экрана, как бы, как я живу, что я делаю. Еще что касается видео в Инстаграме. Я залила второе видео в Инстаграме. На первое видео вообще куча хейта было. Все писали, что это такое, Айка, какой ужас.
Второе, люди восприняли намного лучше, что очень радует. Некоторые мне пишут: Айка, вот ты видишь, что кому-то не нравится, почему ты продолжаешь снимать? Вот на самом деле, у меня в Инстаграме в основном аудитория из Ютуба. А я хочу, чтобы в Инстаграме просто мимо проходящие люди тоже на меня подписывались. Может, кому-то неинтересно мукбанки. Вот. А просто мимо проходил, увидел, понравились мои видео, решил подписаться. Вот что-то такое. Я не сладкоежка. Это просто нечто. Что в Инстаграме просто мимо проходящие люди, которые не знают, что у меня большая уже аудитория в Ютубе, могли на меня подписываться. Так вот, последнее видео, которое я выставила в Инстаграме, во-первых, оно очень быстро набрало просмотры, во-вторых, оно попало в рекомендованные, представляете? То есть мы заходим в вкладку «Интересное», и там бывает видео. И вот мое видео попадает в вкладку «Интересное». И за счет этого люди на меня подписываются, люди, которые вообще не знают про мой YouTube-канал. Мимо проходящие люди. Давно уже пора развивать свой Instagram тоже. А то у меня в YouTube уже скоро 90 тысяч, а в Инстаграме всего было 18. Но за последнюю неделю, когда я выставляла вот эти вот видео с танцами, я 2000 человек набрала, представляете, 2000. И большинство из них мимо проходящие люди. Я могу в аналитике это смотреть. Если у вас обычный профиль, то вы это не можете видеть. А у меня бизнес-аккаунт, да, поэтому я все вижу. Инстаграм сам рекомендует мои видео, и они выходят у незнакомых мне людей, которые не связаны никак со мной, и за счет этого у меня набираются подписчики. Честно, я безумно рада этому. Мне даже приятно, что одна страница, где я выставляю танцы, они выложили мое видео. Реально очень приятно. Вкусняша просто. Хочу как-то на днях снять АСМР. Давненько у нас не было АСМР. Вчера я настолько радовалась, как ребенок, когда увидела, что у меня уже 20 тысяч подписчиков. Я поняла, что если я буду выставлять такие видео, я быстро наберу аудиторию. У меня может быть не 20 тысяч подписчиков, а, например, 100 тысяч подписчиков. Это же круто. Вообще в Инстаграме намного проще набрать зрителей, нежели в Ютубе. Я не знаю, почему так. Может, это связано с тем, что в Инстаграме у всех есть профили, а в Ютубе нет. В Ютуб ты можешь зайти просто так, не имеет профиля. Не лайкай никого, не подписываясь ни на кого. Некоторые люди даже не знают про эти функции, про колокольчик и так далее. Тортик вообще очень вкусный. Я люблю делать так. Иногда бывает крем, знаете, такой приторно-сладкий, да? Невкусный, а здесь какой-то воздушный. Как будто это взбитые сливки. Смотрите, просто обалденно.
В общем, ребят, я наелась. Сегодня был просто ужасный день. Вот насколько может быть день ужасным. Сегодня вот настолько плохой был день. Но я всегда стараюсь смотреть на какие-то моменты с оптимизмом. Хотя не всегда это получается. Стараюсь улыбаться, радоваться жизни. Вам желаю то же самое. На этом все. Всех целую, обнимаю. С вами была Эмири. Всем пока.